Добрый вечер. Да, благослови Господь отче. Как поживаете? Да слава Христу. Хорошо. Как-то вы надумали к нам в гости-то прийти? Давно уже надумал. Я у вас в ВКонтакте есть в друзьях. И подумал, что нужно уже пообщаться лично. Очень хотел с вами познакомиться. А вы на нашем сайте бываете на форуме? Да, бываю, но не часто. А на Ютубе? На Ютубе, ну, вы знаете, честно говоря, мне не очень нравится качество роликов, поэтому много информации, которую вы говорите, уходит в песок, и это печалит. У нас качество сейчас хорошее идет. Ну, есть хорошие вещи. Вот я последний ролик как раз посмотрел, вот вы общались с молодым человеком из Германии, и после этого я подумал, что, может быть, и мне посчастливится тоже. Ну, в Германии. Так вот сейчас у меня четвертая беседа будет выставляться сегодня. Беседа с баптистом из Америки, Шаповалов. Uh-huh. Вот посмотрите еще, зайдите один раз на наш канал. Канал «Открытым оком». Хорошо, замечательно. А что у вас с рукой случилось? Да что? Что у вас с рукой случилось? С рукой? С рукой случилось? Да не знаю, что-то попало около ногтя. Сейчас только врач был тут перемотал. Уже 5 дней что-то ноет, надувается. Какая-то там инфекция попала, говорит. Я тут печь топил, видимо, с лучинами возился, растоплял. Где-то прокололо, туда попала от угля инфекция, говорит. Так. А у вас там в Потеряевке нету только печное, да, отопление? А да, мы-то находимся не в Потеряевке, мы в Барнауле. А, в Барнауле. Мы в центре Алтайского края, это наша столица. А в Потеряевке мы летом бываем, а там люди живут зимой. Скотина все держит. Я как понял, что вы написали, что занимаетесь там с разными иноверцами, сектантами. Ну, по возможности, да. Дело в том, что я из Петербурга, и у нас сейчас налаживается такая небольшая миссионерская община. И поэтому мы часто общаемся именно с теми людьми, которые проповедуют на улице. Мы сами никому не навязываемся, но раз уж они стоят, тогда мы с ними беседуем и пытаемся их привести к правильному пониманию Священного Писания в свете святых отцов, ну и, конечно же, православной церкви. Вот тут вот выступление последнего патриарха Кирилла большое внимание уделяет миссионерской работе. Да, я смотрел, но мне кажется, что это больше слова, нежели... Главное, что сказал хотя бы слова. Да, это точно. На самом деле, конечно, есть очень много моментов. Вот первое, что беспокоит именно до того момента, пока у нас не было каких-то, единомышленников, вся эта работа уходила, можно сказать, бесполезно, потому что православие не всегда доказуется, но часто показуется. И нужно, чтобы человек пришел в общину и увидел, как люди живут, как мы читаем Слово Божие и как молимся, да, чтобы он почувствовал вообще, что такое православие. Если нет общины, то миссионерство, мне кажется, в какой-то степени может быть просто бесполезным. Как вы думаете? Бесполезным оно никогда не будет, где бы ты ни сеял. Из современных, если только это звание миссионер не слишком тяжкое для людей, лучше всех это отец Олег Синеев. Да, я с ним общаюсь тоже, на его форуме скорее задаем вопросы. На сайте Азбука Веры, Азбука.ру, по-моему, есть отдел, где он отвечает на вопросы, и я регулярно задаю ему, в принципе, достаточно активно там находится и часто отвечает, что способствует. Ну, он не только активно, главная заслуга – это то, что у него в руках Библия открытая. Это точно, это точно. Да. Вот, кстати, вы сказали, что если миссионер – это не тяжелое слово. А как вы думаете, вот каждый православный христианин может заниматься миссионерством? Или, в принципе, для этого нужно какое-то призвание, наподобие как… Савл стал Павлом, то есть именно повеление от Господа конкретное. Образец ответ находим в 8 главе Деяния апостолов, 4 стих. Запишите себе, где ответ. Секундочку, я просто сразу. Понимаете, сначала приучить, кто проповедует, что люди пришли не. Игорь Капранов. Одну секунду. Задел, наверное, или что-то. Задел или что-то, видимо.
Вот, вот, смотри, он молодой, и надо узнать, сколько лет. И, может быть, действительно чем-то можно помочь. Санкт-Петербург – это не Барнаул. Там, наверное, миллиона несколько. Мы там были у них. Хорошие воспоминания остались, как проповедовал я в Эрмитаже. Беседа-то в Петергофе, в Исаакиевском, у метро, кажется. У меня воспоминания-то на одном все, где я проповедовал в это время. Что-то он пишет. А, вот, мелькает у него звонок. Вот так. Контактные данные. Вот. Что-то у него не заладилась машина. Приятно слышать. Молодые люди, удивительно застегнуты. Отлично. Только передавайте. И тут враг помешал нам пообщаться. Вот так. Тихонович, прошу прощать, сейчас не могу продолжить разговор. Ага. Что-то еще пишет. Сейчас. Еще что-то пишет. Не может продолжить разговор. Что-то мгновенно он прервал. Это значит, или техника не ладится, или родители. Так он уже вроде не маленький. Один у меня был, он крадуще от родителей разговаривал. Видимо, есть. Угу. Что случилось вчера у вас? А, да, Игнат Тихонович, а я же самое, просто я на работе был. Вот, и сейчас тоже с работы вам звоню, и ко мне просто пришли клиенты и уборщицы. Я уже не мог так спокойно разговаривать. А у вас дома нет возможности выходить? А, дома возможности, ну, честно говоря, не настраивал еще скайп дома, поэтому. Ну, сегодня такое время, что этот прибор просто необходимый, удобный очень. Необходимо, удобно, да, согласен. Я очень рад. У меня сейчас есть как раз время, я могу поговорить где-то минут 40 спокойно. Мы вчера закончили на том, вы спросили, вот, на это нужно особый какую-то харизму иметь, или все должны проповедовать. Да. Я вам ответил, Деяния апостола, 8 глава, 4 стих. Я прочитал, какой стих? 4 стих. Деяния, 8 глава, 4 стих. Считайте. Угу. Позвольте, я открою. Между тем, рассеявшиеся ходили и благословляли слово. Все. Мы смотрим толкование, 9 том Иоанна Златоустова. Он говорит, апостолы остались в Иерусалиме, как наиболее крепкие, а все остальные, жены и девы, были рассеяны, и они не прятались, а ходили и благовествовали. Вот образец. Это говорится, что апостол в Иерусалиме, там впереди и позади, в главах будет известно, они были в Иерусалиме. А эти ходили и благовествовали. Больше нам ничего не надо. Образец дан. Да, но я бы хотел, не то чтобы это там мое личное мнение, я бы хотел бы сейчас несколько тезисов, которые бытуют, так скажем, вообще вот среди разных там и священников, и некоторых священнослужителей. Я бы просто задавал бы эти вопросы, и, может быть, вы помогли бы немножко как бы на них ответить. И... А нам это не надо собирать. И нам не заповедано это, и Господь очень сильно порицает. Вы ищете, говорит, славу друг от друга, от единого Бога не ищете. Слышали такое? Конечно, слышал. Вопрос просто в том, что слово «идите и научите», да, там, от Матфея, подразумевает под собой, что человек должен быть научен. Так то есть просто так идти и благовествовать, да, есть же также слово. Да, Господь я не посылал... так говорит. Вот давайте посмотрим. Гадаринский бесноватый. Человек, который вообще не понимает ничего, бесноватый. Он живет со скотиной, не одевался в одежду, написано. И вот он исцелился и пожелал идти с Господом. А Господь говорит, иди к домашним и благовествуй. Все, проповедник готовый. А он у ног Христа был, может быть, один час, два часа. Все, семинария закончена. У нас образец Христос, а не попы. У нас все искаженное. Где ни посмотри, кверх ногами стоит. Иди и благовествуй. Вы это считали? Ну, конечно. Ну, так... Вопрос уже не ко мне. От вас вопросы я не получаю. И вы к Богу обращаетесь. Я должен сказать, где Бог про это сказал. Вот как надо действовать. А не так, что я оракул какой-то буду возвещать. Я сказал, написано. То есть, а вы считаете и видите, это сказал Христос. Вы ответ получили от Христа, не от Игнатия Лапкина. Это сразу у вас авторитет такой, перед которым все должно склониться. Во свете Библии надо рассматривать.
без сомнения. И, конечно же, вот во свете Библии вот хотелось бы... Просто у меня есть несколько, так скажем, ну, печальных, наверное, опытов моих. Это о том, что я знаю как минимум два человека, которым своим рвением и, ну, можно сказать, отвратил, и даже у них сильная брань на меня за это. То есть, что они как бы, ну, то есть даже не хотят ничего слышать. Ну, давайте образно скажем так. Призывают человека, не выбирая его, в военное время. Юноши, бывает один класс у него образования, а бывает университетское, доктор, все идут. И никто не, нигде не говорит, я не храбрый, я боязливый, как в Израиле. Боязливый должен выйти и возвратиться домой. Если женился, год не прожил с женой, можешь идти домой не воевать. Сейчас такого нету. И конкретно, вот я ничего не знаю, научат, а сколько будут учить? Ну, курсы артиллеристов были 2 года. Война началась 4 месяца. В дальнейшем уже обращались буквально днями. Заряжай, показали, как стрелять, все, отходит. Я сидел в лагере, я был политзаключенный. Вот. Стал, да. И привели нас туда, где шьют фуфайки, матрасы. Показали, обучение 15 минут. Остальное тебе, он стоит с черенком лопаты. Учение кончилось. 21 фуфайку должен шить. Первый день ты должен не меньше 10, второй день 15, третий норма. Все, учеба закончилась. Это мы себе такое расхоложение дали, привыкли. Так идет у нас годами, я ничего не знаю, я молодой. Молодой, а ходишь в церковь 5 лет уже. Как это молодой? Я не буду обращаться к кому-то, я просто обращаюсь к своему опыту. Я обратился, Евангелие дали. Через 3 месяца я стоял на кафедре, уже проповедовал. Через 3 месяца. И все. Вот, поэтому я как бы и говорю о том, что этот опыт достаточно уникальный. Вопрос в том, что вот, ну, есть хорошие... Друг священника, отец Вячеслав Рубский, может быть, вы знаете его? Он написал книжку замечательную «Стрихи полемики с протестантами». Так, кто написал? Вячеслав Рубский. Я не знаю. Это, вы посмотрите в интернете. Кстати, вот сайт, вы говорите, там вредонос. Ну и скажите, о чем речь идет там? Речь идет о том, что он параллельно изучал как бы протестантизм и православие, да, и да, поэтому знает протестантов на уровне, ну, как бы, так скажем, пастора. И обратил порядка 40, наверное, человек из протестантских общин, православия и, в общем-то, ну, то есть... У вас там не какой-то шум не создает прибор? Посмотрите. А просто шумит, да, что-то? Ну, конечно, шумит. У меня вообще ничего особо нету. А то слушать невозможно будет. Вот так. Так лучше? Так получше маленько, а то прям совсем забивает и... Да, и вот он задал вопрос, то есть среди своей паствы, будучи даже, ну, как бы, бывшие даже протестанты, скажем, все люди с высшим образованием, он предложил им, ну, скажем, на какую-то определенную тему, ну, то есть подготовиться и сказать, ну, может быть, какую-то пару слов, доклад, и все отказались. Потому что не каждый имеет себе, ну, вот это вот, так скажем, такое дерзновение даже говорить просто, ну, не только на публику, но тем более говорить Слово Божие. Я все-таки думаю, я даже, ну, общаясь с разными, там, скажем, православными людьми, я вижу, как, ну, и то, что, ну, согласитесь, нужны определенные харизматические люди, у которых есть, скажем, предрасположенность к тому, чтобы, ну, во-первых, донести какую-то информацию, во-вторых, донести ее во свете Библии, то есть не исказить, не прибавить, не убавить, а строго по слову Богу. У нас, у протестантов, да, у них, как говорится, человек, скажем, практикует такую, ну, у него действительно есть практика. То есть буквально человек там обратился, и на третий день он уже там может на кафедре стоять, проповеди говорить. Но в православной церкви такого нет. Единственный младший, по-моему, кто может говорить проповедь, это чтец. Остриженный в птице. А обычный мирянин как бы не имеет такого, скажем, благословения. Как благословение-то? У тебя ревность в этом есть, Господь поможет и благословит. Вы помните, вышел Давид. Увидел, как поносит филистимлянин народ Божий. И он спросил, а кто этот необрезанный так поносит народ Божий? А в это время напротив этого Голиафа стояла армия. Профессиональная армия. Защита царя, там была своя альфа-команда. А, ну, а ревности ни у кого не было. Поносят народ Божий. Народ Божий поносят. И он прямо не... А что будет тому, кто убьет? Вопрос-то стоял. Над ним братья стали говорить, у тебя злое сердце, ты пришел сюда. Родные братья, да, Давида, начали поносить. Злое сердце. А у них хорошее.
И, наконец-то, на него примеряют одежду. Облекли его в одежду воина. Он походил стесненно. Мне это мешает. Вот это иногда наше научение, наши семинары, академии, они мешают. И он не мог. Дальше что? Пастушеская сумка и 5 камней. И одна из них сделает лунку во лбу у Голиафа. Это нам пример дан. А читаемая 1 Коринфянам 10 глава 6-11 стих говорит, 10 глава 6-11 стихи, 1 Коринфянам. Вы, наверное, просто наизусть эти места нужно заучить. Это, говорит, были образы для нас. Образы, чтобы мы не были похотливы на злое. Для нас, достигших последних времен. Это образы. Все ветхозаветнее было образом для нас. И Давида никто не посылал. Но он только напомнил, что когда я там с овечками был, и бывало, что нападал медведь или лев, я брал его за космы и растерзал его, растерзывал. Вот и все. И с этим нечестивым, необрезанным тоже будет-то. И все закончилось. И на тысячелетие прославляют Давида. Как сейчас мусульманский мир, это как Голиаф рассматривают они. Он в 500 раз больше по территории, мусульманский мир, который граничит с Израилем. И ничего не могут с ним сделать. Почему? План Божий. Слушаю. Да, я имею в виду все-таки, что же делать, если, скажем так, вот при таком ревностном благовествовании человек не только отвращается, да, вот просто меня вот волнуют такие слова вот апостола Иакова, он говорит, что тот, кто обратил заблудшего от неверного пути, покрывает множество грехов, вот, но, соответственно, можно тогда понять и обратно, да, тот, кто отвратил от спасительного пути, наоборот, приобрел множество грехов. И ну, это опасно уже для собственного спасения, скажем так. Ну, в общем-то, рассуждение правильное. Я был у Адриана. Ну, это один из в Загорске. Таких Павлов там был. Ну, такие самые известные старцы. Я понял, да. Вот. Я когда с ними беседовал, ходил на исповедь, и он говорит, вот, ну, услышал, сколько в моем доме пришло людей, сектанты стали православными, батюшками. Он с таким удивлением смотрел и говорит, я всегда думал, что если человека 12 сектантов придут, это апостол нашего времени. Апостол нашего времени. Ну, я никогда не думал, что я апостол или кто-то, но это делает Бог. Начинает исследовать, у меня приезжает вот с детьми, я начальник, создатель детского лагеря, профессора психологии, как так? Ребенок наркоман, в течение одного сезона, 3 недели, его родители узнать не могут. Как такой результат? Мало того, директор Кэссенского института с Лондона прилетела. Не знаю, я не могу ответить, но у нас все начинается молитвой. Среди дня мы 4 раза разборку делаем, перед обедом 3 раза и перед сном. Все обиды, все выявляем. Ребенок должен начать мыслить. Больше ничего, и заканчиваем молитвой. Приходит батюшка, освещает все. Нам православным-то рта раскрывать не надо. Нам готовое надо поглощать, что нам церковь оставила. Я никакого не имею образования вообще духовного. Говорит, ну откуда вы это узнали? Вот у ребят, дети, их милиция приехала, допрашивают. И они так отвечают. Как? Молитва повторяю. Я им показываю опыт. Вот на нас напали сегодня преступники. Допустим, это 5 ударов колокола. Они знают, до 10 ударов. 1 это собрать всякого аналоя. Со всех сторон играли в футбол. Мгновенно должны лететь со всех ног. 2 раза ударили занятия, 3 раза за обед, 4 раза чтение Евангелия, 5 – это пожар и неприятели. Мы самого сильного избрали воспитателя, и он имитирует нападение. Дети учатся, как его повалить, как связать. Дальше вызываем милицию. То есть он враг, и нужно обезвредить. Пожар. Дети знают, как кошмар, песок хватает и все. И он, ребенок, совершенно другим делается. Мы учим корову доить, печь, хлеб замешивать. Это жизнь. Мальчик не имеет права к девочке пальцем прикоснуться, если потребуется жизнь за нее отдать. А она должна быть всегда на втором месте. Она должна быть целомудренная, чистая, как голубица. Вот тогда и приезжают, они сидят, у меня живут тут профессора психологии, а я никто, я вообще никто. Откуда берете? Одно я взял у японцев, Канзё, как выдержка. Другое, полная тишина, сели, легли спать, ни одного слова. А из английского общежития правила вытащил. Другое австралийское. Надо считать маленько. Любить свое дело. Я люблю моего Христа. И делаю это ради Христа. Вот у отца Даниила Сысоева, там его это, не знаю, все ли от него или только примазались к нему. Ну, как волчатная стая. Набросились на меня. И они подыскиваются. И вот, а неужели вы так исполняете? Вот, а вы знаете, написано, пойдешь за стан, возьми лопатку, чтобы зарыть свои испражнения. А мы едем по всем странам,
дескать, я говорю, и что? Ну вы же нарушаете. Никак нет, у меня фотографии есть, я с лопаткой стою, у нас саперная лопатка. Ямки эти, когда мы приехали, в таком потаенном месте, мы останавливаемся где-то в лесу, в этих, в лесополосах, я выкапываю, другой закапывает. Все. После нас ни бумажки, ничего не остается, они так и осели. Это исполняйте. А почему не исполнять? Не потому, что ногой кто-то наступит, а написано, потому что среди вас ходит Господь. Вы дальше-то не читаете. Я не зарыл испражнения, я презираю моего Господа. Ну и как? Чтобы не там, я помню, да, это место списание, чтобы не оскорбиться. Понятно, понятно. Надо не смеяться, а плакать учиться. Горе смеющимся ныне. Я знаю, что сказать. Мне, вот вы сказали сейчас, я хотел прочитать дословно, ну ладно, в другой раз. Патриарх Алексей I был, Симанский. Вот. И он говорит, наступят тяжкие времена для церкви. Я просто могу найти, здесь он у меня под завалом лежит, что Господь будет восставлять из народа людей, не облеченных никакой властью, ни священников, но облеченных особой харизмой. И через них начнется посвящение Богу людей, обращение целой страны. Я когда прочитал это, я понял, это обо мне речь идет. И поэтому я прилагаю все силы с утра до вечера, чтобы оправдать слова патриарха Алексея I. Вот и все. Сказал-то он, я, может быть, в то время еще и не был, кем должен быть, но я прочитал и сразу положил в мое сердце. Надо быть внимательным. Когда Серафима Саровского спросили, вот почему ты смог, а мы не можем, он говорит, не хватает решимости. Решимости, да, не хватает. Решимость. Берись за это дело. Вот войну исследовали, были исследования такие. Ну почему вот убили, допустим, полковника, а в атаку повел не майор, не капитан, а лейтенант. Почему? И нашли 6 качеств лидера. Я это прочитал, когда исследования глубокие. Первое качество. Первое. Вам это необходимо, как молодому знать. Напишите. Воображение. Воображение должно быть развито. Я должен понимать, что я решил делать. Допустим, я решил создать детский православный лагерь. Он был первый в Советском Союзе. Единственный. Не первый, а единственный. У меня сколько уголовных дел возникли за него. Первое. Я должен знать воображение. Что потребуется. Как? Как, чтобы детям было интересно, не допустить ни одного повреждения, чтобы ни один не утонул. Они лазят у меня по деревьям, ни один не упал. Я все должен обдумать. Как снабжать питанием? Мы в удаленной местности находимся. Есть дети, приехали, которые курят. Как от всего этого избавить? Как ночное время проводить? Много комаров. Есть дети больные приходят. Как? Я должен воображение все прокрутить. Второе качество – знания. Знание – это качество лидера. Вам обязательно это надо знать. То есть я должен знать, как поставить не только палатку, а как постоянный шатер поставить, в котором у меня будет 120 человек одновременно. Где это достать? Я дружу с военными начальниками, генерал-полковниками. Достаю палатки военные. Дальше будет это храм, и рядом пристроим алтарь, пока деревня не начала строиться. Надо. Третье качество – умение. Умение. Не только знать теоретически на бумаге, я должен в руках держать топор, пилу, все уметь делать. Я учу детей по одному листику определить, какое дерево, где оно растет, на что оно годно. Вы понимаете, куда захватываем? И дети узнают, да, и у меня снимки есть. Я стою, набросал на крыльце разные листья. Вот найдите, что это за дерево, как оно называется, на что оно годно. Понимаете, да в лагерях они во сне этого не видали. Они у меня учатся каждое воскресенье плавать на лодках, ездить на лошадях. А я никто, я вообще никто. Повторяю еще раз. Со мной даже не надо тягаться, потому что я сразу исчезаю, меня нету. А профессора живут рядом и исследуют. Почему? Я люблю моего Господа. Я люблю его слово. Сейчас закончу. 3 качества мы нашли. 4-е качество, крайне необходимое, это решимость. Решимость. Мы должны такая решимость, что я еще не выступил, а враг уже белый флаг выкидывает. Мы должны это показать. Дети ходят босиком. Мы бегаем босиком, подбираем всякие стеколки, все зарываем. Мы хозяева этой земли. В ребенке воспитывается чувство, ощущение взрослого попечителя о земле, который нам Бог доверил. Я им говорю, сколько людей в мире погибает. Каждый день погибает примерно 80 тысяч человек от голода, недоедания. Я вожу им статистику. Телефоны знаете, кто изобрел? Я вел занятия во всех отделах милиции. Ни один не может сказать, кто изобрел мобильный телефон. А у нас дети знают, Мартин Купер.
Я даю им биографию. Он живой, дети, помолимся за Мартина, как он облегчил нашу жизнь. Интернет у многих есть. А кто изобрел? Тоже не знают. Тим Бернерс-Ли. Он живой. Дети, помолимся о нем. В них чувство благодарности. Как они страдали, как изобретали, как не получалось, как были конкуренты, были вредители. Эти люди превозмогли все. Это нам пример, дети. Ну а дальше кто президент, кто премьер-министр. Дети все должны знать, самые маленькие. И мы за них молимся, произнося вслух. И Папу Римского поминаем, и Патриарха Кирилла. Мы дети земли, пришли на эту землю. Вот они живут и записывают, где вы учились, нигде я не учился, у ног моего Христа. Пятое качество, которое многие отрицают, беспощадность. А как так? Да мы же христиане. Повторяем беспощадность, к разгильдяям, к тем, кто не держит слова. Два замечания, я от него избавлюсь, он только мешается. И самое трудное качество, шестое, самое трудное, привлекательность. Дети не будут даже чувствовать, что я здесь главный, что я для них здесь следователь, судья и прокурор одновременно. У меня детей не имеет права никто пальцем наказывать, но в лагере существует физическое наказание. И оно в уставе прописано, который в краевом отделе юстиции. Тут и полиция, и милиция, и ФСБ приезжали. Ничего нету. А наказание есть, и ничего нету. Вот как Бог делает. Беспощадность. Я сказал к чему? В первую очередь к самому себе. Ты сказал слово, вот уставы у нас на все, как спать, как на кухне быть, как кто обслуживает, в столовой, правила какие, распорядок дня. Я не имею права нарушить нигде, дети это знают. Колокол ударили, бежать. А я после операции не могу. Я бежу, кандыляю, на костыль набегу, бегу. И все дети видят. Игры здесь нету. Дети встают рано, в 5 часов утра. Да вы найдите на такой лагерь, что в 5 утра вставали. Так это трудно. Через 2 недели будет опрос детей. Кто хочет, чтобы спали долго, как дома, до 11 часов? Ни один. Почему? Мы рано, зарядка, полное утреннее правило исполнили, поклоны, купаться. Мы до завтрака попилим дрова и теперь садятся. У них аппетит зверский. Дети меняют характер, меняется здоровье. Приезжают полудохлые, а уезжают, румянцем играют. А первые дни я его на солнышко не выпускаю. Привлекательность, чтобы... Они понимали, в центре, в эпицентре всех событий находится тот, кто взял руководство на себя. Мы 4 раза собираем детей на обед и вечером. Мы показываем 100% защищенность ребенка. Никто не имеет права обзывать, он будет наказан. И он знает меру наказания. 5 горящих. А что это? Крапива. Крапива. Он зайдет, я с ним побеседую, бывает, по голенищу хлопну, а ему слез хватит. Испугался. Теперь перед невидеть, перед народом скажи, что тебя не наказали, а ты боялся. Боялся, плащ стоит, а крапива жгучая. Я перед всем строем беру крапиву в рот, жую и выплевываю, рву ее зубами. Дети падают от смеху. Это сразу ребенок говорит, я не боюсь, пойди ты, накажите меня. Рядом девочки, ты ее обидел. Да ты через 8 лет вьюном будешь вокруг нее ходить. Ты посмотри, какая красавица стоит. Да как они смотрят. Обидел девочку? Наказание ему какое? С ней будешь теперь все время играть. Ты будешь защищать ее. Понимаете как? Надо войти в эту не роль, а это твоя жизнь. Опуститься немножко пониже к годам своим. Точно так и в благовестии. Кому говорят, это я не знаю о Боге. Мне до 23 лет никто не сказал, что есть такая книга Евангелия. Я даже не слышал этого слова. Но с детства я был уже избран Богом. Я молился, тайно прятался, я знал Богородицу, Деву Радость. Православный человек. Ну как православный, тупой и слепой. Но я самостоятельно все это искал и нашел. Вот как. Поэтому опыт жизни, его ничем нельзя заменить. Никак. Вы молод, у вас все впереди. Я вот вам сказал, примените это на практике, притом сегодня, не завтра. Хорошо, что вы бороду не трогаете. Это положительно. И с кем бы вы ни были, обязательно говорите об этом. Это образ Божий. В этом сила наша, в покорности. Я хотел бы вопрос как бы поговорить именно о миссии дальше, именно в том плане, что, ну, прежде всего, определиться, что такое миссия, да, то есть, и до какой границы идет эта миссия. Ну, допустим, я привожу человека до, там, допустим, до ворот церкви, а дальше передаю его уже там в руки, да, там, скажем, там, пастырям, людям, катехизаторам, и дальше они уже, то есть, где... Ну, вы понимаете, да, то, что мне кажется, это лично мое мнение, что миссионер не должен брать на себя, так скажем, там, обязанности духовника и руководство там, духовной жизни человека.
этим должны заниматься те люди, которые имеют, во-первых, ну, как бы опыт в этом формате. То есть моя задача, так скажем, рассказать о Христе. Если это сектанты, то показать те места, где они заблуждаются, привести их, как говорится, к храму, а там уже в общине они, ну, то есть будут дальше, как говорится, созревать. Если она, ну, есть это, община. Это мне так видится, потому что на каждом этом пути есть свои препятствия и свои, как говорится, искушения. Вот я выслушал однажды, отец Олег Стеняев сказал об этом, что на себя вот эту миссию не надо брать. Я крайне не согласен. Как так? Отец родил, я его забросил. Вот он обратился, я проповедовал, сразу пришло несколько сектантов. Они ни на шаг уже не отходят. Они в общине, они занимаются, они уже исполняют все, и приняли крещение православное, поженились, все. Но они никогда для меня не будут чужими. Где бы они ни были, в другом городе, вот им особое попечение, даже вот по интернету, по скайпу, у них все мои книги, ну, я очень вооруженный, очень сильно вооружен. У меня 38 книг мной выпущено, мне есть что сказать. Но кого-то действительно я уже не могу достать. Вот я один раз был в Калининграде, а там обратились несколько человек, один раз. В Литве там был, в Германии, но у нас все время поддерживается связь, поддерживается. В первую очередь молитвенная. Вот мы были где, вот я на еще Да, я не говорю, то есть, о том, что я не говорю, что эти люди должны становиться чужими, да, то есть это понятно, что человек встретит как бы в жизни. Я имею в виду о том, что границы должны все-таки, мне кажется, как-то быть. И, ну, то есть, чтобы эффективно работать, нужно распределять правильно, ну, как бы, свой труд. Вот почему я так говорю? Игорь, послушай внимательно. Теоретически вот за столом сидеть, беседовать, вы это рассуждаете очень хорошо, правильно, но на практике этого нет. Представьте себе, что за два года, три летних месяца, себе щелкните, мы проехали 7,5 месяцев, были в пути. 7,5 месяцев. Мы посетили 450 городов и сел. Запишите цифру эту. Городов и сел районного масштаба. Мы прошли 6 мусульманских республик. Турция. И начиная с Афин, с Польши прошли до Лиссабона, Португалия. Какие были встречи? Дальше, прикиньте, еще немножко, это Скандинавия и Прибалтика. Да, я понимаю, да. Это было большое. Вот о чем речь идет. Как я могу теперь знать и передавать? Но мне дана особая харизма, особая, такая, что против меня все воюют, попы. Ну, не все, это образно сказано. Почему? А они при встрече понимают, что они никто. Просто никто. И поэтому они... Я никуда не могу людей звать. Был бы я баптист, мне легко община, я передал и пошел дальше. Никуда. Я собираю людей и сразу направляю к священнику, который сегодня же против меня их травит. Притом это в 90 с лишним процентов мест, где мы были. У меня нет выхода никакого. Я не могу никуда направить, кроме как к храму Московской Патриархии. А они против меня воюют и не могут объяснить ни один священник еще. Нигде. Понятно. Вот я просто к тому, что, ну, вот вы говорите там о практике, да, сказать слова, но я тоже сейчас говорил из практического соображения, потому что когда несколько лет назад, благодаря отцу Даниилу, во мне как бы зародилось это желание, как говорится, благовествования, но вопрос не в этом, вопрос в том, что я столкнулся с тем, что, получая, как говорится, голые знания, во-первых, я действительно просто людей калечил, некоторых, да, то есть, ну, отвращал их, да, то есть не имея ни любви, ни рассуждения. А во-вторых, я столкнулся с тем, что пока вот у нас вот сейчас потихонечку началась собираться какая-то такая община на, вот, на почве именно миссионерства, да, и любви к Слову Божию, была проблема именно в том, что некуда было, ну, как бы пригласить человека. Некуда было его привести. Да, храмов полно, ну а что толку? Там человек придет, как бы, и что? И что, дать ему сухой катехизис, и он так, как говорится, им подавится, выплюнет и уйдет. Показать ему именно жизнь, да, то есть приди и вишь, увидь, как живут люди. И этого, конечно, ну вот, это большое, ну, то есть это я вижу в этом, как бы, определенную, скажем, проблему. И... Я сегодня ночью закачал ролик один. Но он под замком, потому что не я главный здесь. То есть это снято нами,
ну, пришлось самому его конвертировать, ужимать, и отсылаю я его в Воронеж парализованному Сергею Козлову. Он решит, то есть... когда его выставить. Когда выставить? Завтра. Завтра у нас день переполнен. Это собрание и занятие. Обычно два ролика нежелательно ставить. И кроме того, я еще маленькие песнопения выставлю. Значит, он отнесет его маленько подальше. Вчера наше занятие проводили на дому. Раньше это было легко, в университете. Все это заснято у нас в роликах. Там именно главная работа шла в разных институтах, университетах, милиции. Вот. А сейчас ничего нету, все отняли. Вот я три радиопрограммы регулярно вел, телевидение. Все отнято. Но мы не сидим. И то, что вчера занимались, там человек, может быть, 6, 7, 8 было. И мы в этот ролик выставили. Выставили. Как идут занятия, вы посмотрите. Там один человек сидит без бороды, это вновь приходить стал. Новый человек. Он все это слышит. Для укрепления своих. Появляется новый человек, мы должны разбиться на маленькие группы и по домам собираться. Как написано, первое, апостольские ежедневно собирались по домам. Ежедневно собирались по домам. Вот. Кстати, для чего они собирались по домам? Мы занимаемся. Вот вы хотите, допустим, с новыми людьми заниматься. Я могу советовать то, что имею. Лучшего пособия просто нет. У меня и вышли книги, 30 томов «Открытым оком». Вы просто черкните и скачайте. Третий том. Третий на нашем сайте. Сайт «Открытым оком во свете Библии». Зарядите по-русски, уже зайдете в него. Да-да-да. Вот. И там третий том «Открытым оком». И там маленький, глава одна есть такая, пособие по изучению Евангелия от Марка. А я, кстати, его скачал, я его знаю. А дальше то, что у нас... Я его читал, это пособие. Повторяю, что... А дальше места, которые там называются, их нужно считать, смотреть по нашему трехтомнику. Толкование блаженного Феофилакта, который выпустили мы. Самый полный. Я еще там 297 комментариев даю, не толкование. Я его скачал, я его читаю. Все на этом. Все, получишь все, что тебе нужно будет. Тем более на нашем сайте, там 55 папок. А вопросы и ответы? Да, прошу прощения. 4124 вопроса я отвечаю. Вы там найдете практически все. И поэтому только не ленитесь, занимайтесь. Не бойтесь. Ну, поговорите, узнайте человека, паспорт проверьте. У нас такой порядок, мы все записываем, чтобы тебя, как лохом не назвали. Пришел, тут подсмотрел, украли. У нас, по милости Божией, ни разу этого не было. Ни разу. А все-таки 53 года уже работаем. Хотел вам сообщить интересную новость. Я не знаю, может быть, вы не знаете. Выпустили прекрасную серию. Вот отец Олег Стеняев сейчас ее всем рекомендует. Я сам с ней ознакомился. Это библейский комментарий отцов церкви с 1 по 8 век. Это прекраснейший сборник, который, в принципе, вот, ну, сама идея ясна, да, что на каждый стих есть, ну, так скажем, разные отцы писали. Так вот, собрали, скомпилировали все это в одну книгу и выпустили. Сейчас уже выпущено 20 томов вот этих вот комментариев отцов церкви на практически на все священное писание. Это, конечно, кладезь. Такого на русском языке даже близко нет ничего. Ну, оно, как правило, как и, допустим, блаженный Феофилак, тоже патриархия выпускала, как житие, это для полки. Стоят. Люди не знают. Вот выходят из церкви, 50 человек, мы расспрашиваем, ни один не знает, зачем принимал крещение. Вообще ничего не знают. Это понятно, да, это понятно. Но для тех, кто знает, для тех, кто интересуется, это интересно. Вот, ну, кстати, да, блаженного Феофилакта, вот недавно я вот узнал, оказывается, у него есть толкование на малых пророков, которые он собрал, но их нету на русском языке. И благодаря Николаю Сербскому, Велимировичу, святому, он их там собрал, и вот у нас в русской церкви нету праздника. Он собрал свое или взял чужое? Феодорита Кирского. Ну, Феофилак Болгарский, он же собирал, в общем-то, ну, он делал компиляцию. Он больше собирал Златоуста. Он там... Ветхозаветные книги, они истолкованы Златоустом и Псалтыри, Бытие, Исаия. Он собрал всех, кто писал. Ну, да. То есть собрал комментарий, сделал компиляцию комментариев. То есть такую как бы работу провел, скажем так. Я начитывал это, начитывал на пленку и распространял. Феодорита Кирса. Он как раз ветхозаветными толкованиями занимался. Он жил намного раньше, и поэтому много, может быть, попал. Да. Там Федорит Кирский, Иероним Тридонский, там много кто. Тут, в общем-то, блаженный Феофилакт, он собрал и сделал, выпустил это. На русском языке этого нету, есть только на сербском. И вот 31 декабря в сербской церкви празднуется праздник Феофилакта Болгарского. Вот. А в русской церкви такого праздника нету, но вот будете, как говорится... А зачем? Матрона есть, Ксения Петербургская. Зачем какой-то Феофилакт? Ну, понятное дело, скажем.
гоняются, ищут, там, не там ищут. Написано, взирайте на кончину их, те, которые проповедовали вам, и подражайте вере, которые, которые не проповедовали, сидели, это не образец, образец антиобразец. Апостол Павел знал, кого надо канонизировать. Те, которые проповедовали вам Слово Божие. Подражайте их жизни, взирая на кончину жизни. Вот это взято эпиграфом 12 томам «Жития святых» у Дмитрия Ростовского. Вот и все. Потому что все пошло обратным ходом. Господь говорит, идите по всему миру, а тут так, я построю келью в лесу, а ко мне тогда пускай со всего мира собирается и идут. А так вверх ногами все поставлено. И под разными предлогами. Это тоже работает. Но не евангельское. Давайте добавим. Труд, конечно, большой. Все это горы копали, пещерные христианцы нам привезли. Пока мы это не поймем, из нас никаких миссионеров не получится. Миссия это означает поручение от Бога. Сначала, пока мы поймешь это поручение, Господь уходит уже с земли и говорит, идите по всему миру, не сидите, а мы молимся за весь мир. А я еще молюсь за воробьев, которые под окном кормлю. Понятие какое, о всем мире. Игнатий Тихонович, ну вот, как бы вот вопрос вот по поводу такой. В Евангелии на самом деле есть две, можно сказать, такие немножко противоречащие вещи. С одной стороны, говорится, что и досветит свет ваш перед людьми, да, то есть, чтобы его видели и прославляли Отца нашего Небесного. А с другой стороны, говорится, не молитесь, как говорится, да, на показ. Царство Небесное внутри вас есть. Игорь, по частям вот сказали, и сразу остановку. Я просто... Я поясняю. Вы, если берете отрывочно, не полный стих, тогда получается противоречие. Никакого противоречия нет. Почему? Чтобы получить похвалу на углах улиц. А если я сейчас получу по затылку, то ко мне это не относится. Я захожу в камеру и открыто молюсь. Мир дому сему. Я открыто молюсь. Так я что? Я получу, может быть, такое. Там написано, что получить похвалу. Главное, это упускает из виду. Скрыться я никак не могу. Город на вершине горы. Как Яков говорит, покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе из дел моих. Понятно. Люди, видя ваши добрые дела, говорит, прославят Отца Небесного в день посещения. Я про то, что человек, который так или иначе, то есть, ну, хочет он этого или не хочет, да, то есть, может быть, не нарочито показывая свою, как бы, жизнь, его окрадывает тщеславие. И вот как, допустим, миссионеру, который удачно что-то, допустим, ну, получилось, как хорошо получилось, допустим, сказать что-то, может быть, обратить верные ссылки. Тщеславие при спокойной жизни. Когда ты за это страдаешь, там нет тщеславия. Тебе поесть не дают. Тебя в ШИЗО, ты сгниваешь с овшами на холоде. Вот и фразами играют, а сами нигде не были. Почему Иосифа Бог сделал премьер-министром? А в другом месте мы считаем, Господь говорит, гневается на Моава. Ты, Моав, сидел на своих дрожжах. Ты бы не был переливаем из сосуда в сосуд. И вкус твой оставался в нем. И поэтому я заброшу тебя, как бросают меч. А Иосифа то в колодец бросили, там в тюрьму. И теперь, как золото сияющее, он вышел. Ни женщина не могла никто соблазнить. Человек, который только фантазирует, сидит, он ничего еще не знает. Нет, и на практике проверят, а так или нет. Я четко говорю, что апостол Павел в послании к Филиппийцам говорит, подвязайтесь единодушно, не один, Игорь или Игнатий, за веру евангельскую. Не поповскую, не монашескую, евангельскую. А в евангельской там ничего нигде не сказано о том, что сегодня делается. Нету. И Бог будет спрашивать только по Евангелию. Я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить последний день. Да, это Иоанна 12. 12:48. И 48. Поэтому я это понял в первый день и понял. Никаких авторитетов быть не может, если это вопреки Евангелию. Вера евангельская проверяется по Евангелию, а не потому, кстати, что мне скажет кто-то. Да, вот хочу вам с вами тоже поделиться. Отец Георгий Максимов, вам видно, нет? Вот выпустил такую книжечку. Да, подождите. Не шевелите, поддержите ее. Да, Георгий Максимов, диакон. Понимание миссии. Хорошо, увидел. И что? Вот. Новая книга, ну вот как раз вот он приводит святоотеческое, ну, так как у нас в церкви достаточно неоднозначно относится, скажем так, к миссии, и многие не понимают, зачем это нужно. А отец Георгий, ну, так скажем, сделал такой труд и собрал именно святоотеческие изречения, которые говорят в пользу миссии и о том, как это, ну, так скажем, разные вопросы там разбирает с примерами святых отцов, именно наших русских миссионеров, и Николая Японского, и разных людей приводят именно, ну, такое святоотеческое, скажем, основание миссии. Потому что существует такое мнение о том, что вообще миссия православию чужда.
просто вот исторически даже так получилось. И он в какой-то степени оправдывает, ну, как бы, что это не так. Но с другой стороны, мы видим то, что есть некоторые, допустим, лица, ну, тот же Кураев, например, там, Осипов и, ну, там, разные еще, так скажем, миссионеры, и у них нету преемников, то есть нету учеников. То есть в этой миссии, получается, как бы, она вот строится на человеке харизматичном, а если, как говорится, порази пастыри, рассеются овцы, что, возможно, да, эти люди обращаются, но они не становятся именно вот, как бы, на их место. Вот вы, как говорится, говорите там про монашество, да, там, то, что вот они там сидят в кельях. Тем не менее, есть преемственность. И если вы хотите, ну, я не знаю, вы читали книгу Силуана Афонский? Считал, да не досчитал. Да, почему? Да просто потому, о чем впереди я сказал. О монашестве у меня свой афоризм есть. Один раз выслушайте. Монашество в том виде, в котором оно пришло, принесло вред. Больше во сто раз, чем вместе взятые мусульмане, масоны, фашисты и коммунисты. Ну, они понятно, самое ценное, самых ревностных забирали, как Сидоров пишет, книга вышла. И за монастырем они, не давая потомства, уходили в песок. Как Андрей Кураев говорит, Мухаммад умер в 632 году, Магомед, и за 6 столетий ни одного Кирилла и Мефодия не нашли, что упослать. И встретились только на полях, когда уже пришли с мечами. Почему? А зачем? Монастыри? Представьте, у Пахомия 11 тысяч мужиков. Да 11 тысяч миссионеров какую работу сделали? Да были отдельные монастыри по 50 тысяч. Вот поэтому, как бы, я, конечно, в этом вопросе просто не хочу с вами, так скажем, спорить, да, то есть я придерживаюсь немножко другого мнения, потому что у меня другой опыт есть от Духа Святого, поэтому, как бы, вот, скажем, то, что если вы не принимаете, это не значит плохо, потому что, может быть, вы просто этого не понимаете. Так, теперь я по частям. Смотрите, если патриарх Кирилл проехал до самого Востока, и когда вернулся, давал отчет, я воспользовался его трудами. И он говорит, состояние духовное развалино. Это состояние церкви. Все захватили сектанты. Потерян север, потерян восток. Если он сейчас об этом уже неоднократно говорит, что вы думали, газета «Труд» печатает, что храмы наполнились, думали, так и будет, храмы опустели. Меняйте тактику. Нам нужно переформатировать сознание народа. Это слова патриарха. Выходите на распутье дорог. Не сидите там. Он не знает, что сказать, он опыта-то сам-то не имеет. И тогда обращается к прихожанам. Ну, подойдите к батюшке, ну, скажите, батюшка, может, чаю попьем вместе? У него опыта никакого нету. Никакого он не ходил и не знает. Понятно. А опыт мы берем только от тех, которые этим занимаются. Сегодня опыт – это свидетели Иеговы. Это первые должны быть учителя сегодня по действию, а не то, что Дворкин там Александр Леонидович скажет. Он их в живой-то... Ни с одним, может, не разговаривал. Надо брать самое хорошее отовсюду, как делал Антоний Великий, как пчела перелетает со цветка на цветок. Ну, знаете, я ходил, как говорится, на встречу 14-го Ниссана к свидетелям Иеговы, но могу сказать только одно, то, что они Слово Божие-то не знают. Да, это правильно, но они ходят, я вот прощу. Один момент только говорю, они ходят и сидят. Да, мы пришли просто к ним, и нам, им просто строго-настрого запретили с нами разговаривать, потому что мы начали как бы приводить разные ссылки и задавать им вопросы. Они только, ну, как говорится, чурялись и так далее. Один из них задал вопрос, говорит, а вы Библию дочитали? Ну, я ему показал свою Библию, которая у меня, так скажем, труженица моя. Ну, у них новости мира перевод, это не Библия, это просто книжку написали. Ну, это понятно. Вопрос просто в том, что вот у нас есть друг хороший, Артемий Григорян, он 14 лет был, ну, с детства, можно сказать, был свидетелем Иеговы, и милостью Божией обратился, и прекрасные статьи пишет по поводу его, ну, так скажем, мой друг хороший, вот мы с ним общаемся. Замечательные его лекции, может быть, найдете тоже. Есть такой сайт, называется Ставрос Крест, Ставрос.крест, Артемий Григорян. Вот. У него замечательные есть вещи, посвященные как раз вот свидетелям Иеговы. Григорян, я не знаю, это или нет, написал книжку «Были легенды Востока», очень хорошую. Нет, это не он. А порядки какие на Востоках? На Востоке с ворами как обращаются, очень хорошие. И вот так. Мы с ним общаемся на предмет миссионерства. Вот он как бы очень четко говорит о том, что он сам обратился благодаря общине. Ну, то есть он вышел, как бы начал изучать самостоятельно Слово Божие,
И после этого, когда пришел именно в общину, то есть православный, только благодаря вот общине он, как говорится, смог обратиться и пройти катехизацию и креститься. А он говорит, если бы не нашел бы эту общину православную, то, может быть, и потерялся бы вообще. А может быть, не нашел бы, и через него Господь образовал бы, вот как может быть. А когда приходит на готовое, он может половину времени своего драгоценного потратить на то, что был на десятых ролях. Это знаю. Мне приходилось, Павел говорит, не на готовом сеять, а на новизне, где никого не было. Совершенно никого нету. Вот я захожу, камера покрыта табаком, одни преступники. Начинаю работать, ничего нету. А уже день-ночь прошла, 7 человек стоят на коленях. Почему Андрей Кураев назвал, задал загадку, где-то выступал, кто самый знаменитый, самый продуктивный миссионер, на меня называют. Я никогда себя не считал ни таким. Это и проповедник-миссионер, я себя так и так уже больше другого имени. Я печник. 40 лет печником работал, сторож. А Господь что делает? Мы и сеющие, поливающие ничто. Нуль. Все, Бог возвращающий. Я стал, после меня поколение будет, нет. У меня вообще-то заботы, Бог не дал мне этой заботы. Он дал одно, идите проповедуйте, идите, покажите любовь, любите меня, соблюдите заповеди мои. Я должен их знать и просить у Бога быть рожденным свыше и быть водимым Духом Святым. Вот два вопроса, которые с меня Бог спросит. А оттуда проистекает все. Добрые дела не спасают. Они прославляют Бога, когда делают с любовью в Духе Святом. Вот да, мой духовник сказал просто четко, что тот, кто имеет как бы дары, вот именно, там, скажем, проповедничество и миссионерство, он всегда будет гоним. Да. И, в общем-то, примеров этого много, даже вот, вы знаете, да, рядом с вами, по-моему, живет Геннадий Фаст. Да? Ну, это яркий пример. В моем доме он пришел, вы знаете это? Да. Это яркий пример тому, что как человек, грубо говоря, создавал долгое время общину, да, и потом его раз и отправили. Это человек, вот я пример сказать, вот бывает так. Пришел на моих занятиях в университете, занятия были, а потом какие-то у него не лады, там попы натравили его. И он, а я и до вас встречи с вами знал. Я заметил такую характерную черту. Не знал ты ничего. И Бог сразу отрезает, как будто бы какой-то слой мозгов снимается, и он возвращается на то состояние, в котором пришел на занятия. То есть ничего у него не было. И он оглядывается, ничего нету. Почему у меня ничего не стало? Потому что ты сказал, что еще до встречи на наших занятиях ты это знал, а ты не знал ничего. Ты не знал ни Библии, не имел. А отец Геннадий не так. Он преподаватель Томского университета бывший, меннонит, немец, там руководитель молодежи у баптистов. Но он по сегодняшний день, где бы что ни писал, он обязательно помянет, как в моем доме он пришел к Богу. И для него это мой духовный наставник, там отец, а я мирянин. И поэтому у него то, что было, осталось, что получил, и закончил семинарию Академии магистр богословия Патриархии Московской. Он самый плодовитый. Почему он ничего не отрезает? Он все это взял. Вот я обратился среди сектантов. И я вспоминаю, что как было, молились. И поэтому Бог так обильно на это наращивает. А я бы сказал, да и без этих сектантов я все знал. Я ничего не знал. Я Евангелие там получил. И поэтому я везде поминаю. Да вы баптист. Ни одного дня не был баптистом. Не было. У меня ни единого часа не было. Но я говорю, это хорошие люди. Им во многом можно подражать. Они любят Слово Божие, хорошие семьи, честные люди, труженики. Как они миссионерствуют. Посмотри, как они до севера идут. Но если бы это было в церкви. А были бы в церкви мусульмане 2 миллиарда, если бы попы не загнали монахи в монастыри, а шли бы проповедовали. Нам не помешали бы 2 миллиарда православных. А сегодня на нет все исходит. Тихоныч, не совсем верно. Никто никого не загоняет. Человек идет, у него свободная воля. Нет, это научение. Я жития святых на сайте, я их насчитывал. А потом составлял симфонию, составлял каталоги, я их знаю не хуже, чем Библию. И скажу, что вся вина там. Если бы проповедовали, шли, говорили, как призывает нас Дух Святой, ситуация была бы абсолютно другая. Вот так. Я думаю, что одно другому не мешает. Я, например, обратился в монастыре. И обратился благодаря, скажем, именно монахам. И монахам не просто, да, там каким-то самоучкам, как вот современной России, да, то есть монашество молодое, 25 лет, оно как бы, так скажем, бескорневое.
А именно благодаря людям, которые, ну, то есть, вот вы, скажем, Силуану Афонскому сказали, что не дочитали, а я могу сказать, благодаря, вот, он, мой дедушка, так сказать, ну, как прадедушка духовник, потому что вот, отец мой духовник, он как раз вот был келейником с архимандрита Сафрония, который написал книгу. То есть, и благодаря ему, ну, то есть, вот, я обратился вообще к православию. Вы знаете, сколько монастырей было в России перед революцией? Да, достаточно много, там, порядка. Я не помню точно цифру. 1275. Черпите себе. 1275. Вообразите, сколько они могли бы сделать. Вот первый собор идет. 17-18 года. Вопрос просто в том, что как бы, у них немножечко другая установка. Не внешняя, как бы, а внутренняя жизнь. Я говорю о внутренней. Как раз о внутренней. Сошлюсь на Игнатия Брянщанинова. Да. Он делает инспекцию. И знаком с жизнью, как епископ, с жизнью всей церкви. И говорит, едва ли найдется в России четыре монастыря, в которых теплится духовная жизнь, а остальное актерство. Вот и весь сказ. Дальше, Феофан Затворник, 1860 год. Ну что, совсем это нам не надо, но один-то раз, можно послушать. И он говорит, одно, два поколения, и православие в России исчезнет. Здесь только два варианта. Это был лжепророк, или он говорил о другом православии. Больше выхода-то никакого нету. А прошло-то не один и не два поколения. Это уже больше 100 лет. Если поколение брать только за 25 лет, как человек рождается, 25 лет рождает новое поколение. И представьте себе, что мы сегодня видим-то? Мы православие-то настоящее, может, не нюхали. Православие – это ценность, это любовь, это широта, это целомудрие. Все. Сегодня ничего нет. Один мрак, одни мощи, гниль. Ничего нету. И все мы сделались позорищем для всего мира. Когда назовешься православным, мне раньше казалось, знакомый, я говорю, ты как, спрашивает верующий, ну, христианин, а ты говоришь, что баптист, конечно. И тебе не стыдно говорить, что ты баптист? А что стыдно? А я так не произнес бы никогда, баптист, это звучит как-то, ну, даже совсем, так это греческое слово, да я знаю значение, ну, для меня просто, вот он говорит, а мне стыдно, что ты православным называешься. Православие, поэтому вот она, бабка, она живет, ходит в храм, она матерится, вот они играют с дедом там в карты. Дед курит, и дед ходит, причащается. Я православие знаю не хуже другого. У меня брат протоиерей. У меня священников много в друзьях. И я знаю, что православие для многих священников ничего не значит, как Златоуст говорит, а просто пустой звук, вводящий других в заблуждение. Вот и весь сказ. Вы были с монахом? Прекрасно. Прекрасно. Но слово «мон»-то что означает? Он не должен был вас и видеть там. Уже нарушение устава. Вы были от него учились, вы не имели права там быть. Я все уставы проходил и все уставы на них ответил в своих книгах. Даже нельзя разговаривать, никак. Вспомните Федора Освященного. Брат родной пришел, он увидел его в келье, он выбежал оттуда. Ни под каким видом. С матерью надо встретиться, так она к епископу идет, она договаривается. И тогда он выведет на работу, он между камней спрячется и посмотрит на сына. Да где это видно такое? В другом месте ребенка ничего не могут сделать, чтобы он схватил родного сына и выбросил в воду. В реку. Когда считаешь волосы, говорит, голову покинут или дымом стал. Что это? Вот смотрите, смотрите, вот вы так вы говорите, а тем не менее отец ну, Сафроний создал монастырь как бы в Англии, да, в Эссексе, где было собрано 12 разных национальностей. Он тот, кто смог, как говорится, победить, во-первых, всякие национальность вообще в людях, показать, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, и благодаря ему вот на этом форпосте в Англии обратилось огромное количество людей. Просто потому, что они, как говорится, приходили и видели их жизнь. Нам говорит Игорь, только сегодняшняя ситуация. Ну неужели слепые не видят, что делается-то? Ну это не церковь, а скотомогильник. Люди вообще ничего не знают. И кто бы ни был, я православный, позиционирую себя православным. Никакого отношения к православию люди не имеют. Они ничего не знают, Евангелие не считают. Я им говорю, идем когда по домам, идем по квартирам. Я им показываю Евангелие. Да пошел ты со своим Евангелием, у меня батюшка есть, я исповедуюсь. Гулянка дома идет. Я говорю, патриарх, он меня матом посылает, пошел ты со своим патриархом. Люди приходят, рассказывает мне епископ. Но он решил, сам-то епископ еще не рожденный свыше. Но его маленько закоснулось наше общение с ним. И он решил теперь маленько проводить беседу. Беседует, ну знаете... Надо бы Евангелие знать. Согласна. Ну, Евангелие у нас вот продается в этом. Тачок-то там стоит, этот. Вертеп-то разбойников в храме.
пошел, купил, подошел. Так, я купил. Ну так теперь надо заниматься. Он тот мужик только начал в себя приходить. Нет, слушай, поп, ты крестить-то будешь или нет ребенка? Ну, я буду, но только надо ходить на занятия, и мы тогда посмотрим, как. Да пошел ты на! И на три буквы под сводами храма. Он говорит, я тогда только понял, что я делаю-то. Кого хотел крестить-то? У него рога. А почему вы такими сделали? Вот выступает Дмитрий Смирнов. Вы знаете, по силовым структурам правая рука патриарха. И он говорит, если вы это слышали, прервите меня. И он говорит, ко мне подходит одна вот бабушка, сестра, и говорит, отец Дмитрий, можешь задать вопрос? И он стоит в храме, это говорит. И говорит, другой раз такой вопрос зададут, что не знаю, что отвечать. Я говорю, давай. И она говорит, когда я иду в храм на остановке, поднимаю руку. И если это мусульманин, он везет меня, он денег не берет. И говорит, как я возьму деньги с тебя? Ты мать, и идешь молиться. Но если русский, обязательно возьмет деньги. Это моя работа. И поэтому он дальше говорит, мусульмане ближе ко Христу, чем наши православные. И дальше, ты бы взял ее, заплатил за нее за электричество, да поднял бы сумки на этаж, да свозил на базар. Слышали? Он не договаривает. Такими-то вы их сделали бесчувственными, страшными. Вы, эти люди, которые попадают, такие, как вы, в Афганистане были в плен-то, делаются мусульманами, а у него выхода нет. Или принимаешь, или их башка долой. И он теперь 5 раз намаз совершает, с ковриком ходит, домой приезжает, он все знает, почему его учат. Из-под палки, под кинжалом, но его учат молиться 5 раз. У нас он 1 раз в месяц не встанет на молитву. Он издевается над всем. Мы виноваты, виноваты, и пепел на голове, нам прекратить разговаривать. Монахи сидят, пускай они выйдут делать, что Бог велел. Бог не велел строить отдельно и прятаться за стенами. Это антихристианский путь, антиевангельский. Моно это означает один, и по уставу он не имеет права ни с кем разговаривать, посылку не имеет права получать. Это гетто. Я все, Василия Великого, Венедикта, Пахомия, Сергия, все до одного устава изучал и на них дал ответ. Священное Писание говорит, да, то есть будем едины, как говорится, в главном, и разномыслие да пребывает у нас, да, то есть извините за неточную как бы ссылку, да, главное любовь, в остальном свобода. Я понимаю, что для вас это вот, ну, как бы так, а вы были когда-нибудь на Афоне? Мимо проезжал, туда калачами не заманишь, там делать абсолютно нечего, тлен. И как там попасть туда, и как говорили, и с кем, у меня брат там поехал, протеерей. Не поговорить ни за ни дорогой, ни за ведом, нигде. Мертвая тишь. Они ничего не знают. Они не видят, что делается в Греции. Вы знаете, я вам сказал один раз. Тема, это не просто разномыслие надлежит быть. Это не разномыслие. Это антиевангельский путь. Разномыслие может быть в таких вещах. Жениться, не жениться. Там. Разномыслия могут быть. Что важнее. Здесь нет разномыслия. Здесь противление воли Божией. Господь нашими руками делает, ходит, говорит нашими устами. Монастыри должны быть, я за монастыри, где должны воспитывать, готовить проповедников, миссионеров и докармливать тех, которые престарелые остались. Другого назначения у них не может быть. Если вы будете другое говорить, я понимаю, вы были там, это уже вскисает вас эта закваска. Вы кончите ничем, презрением к тому, что говорил Христос. Вы просто поверьте, мы, может, в последний раз с вами разговариваем. Я вам говорю то, что написано в Евангелии. Это антиевангельское устроение. Совершенно тот монастырь в том виде, какой есть. Миллиарды вкладывают сегодня, чтобы пол был с подогревом и прочее. Надо это? Идите и работайте. И вот они всю жизнь борются за целомудрие. Бисер девства сохраняют. И спят друг с другом. Уж дальше-то куда говорить, когда с семинаристами что делать? А какой выход? Лекарство есть. Женись. Клади детей, и на этом кончено. Если тебе другого таланта не дано. Где же разжигаться? И вот они всю жизнь разжигаются, закапывают себя. Это не евангельский путь. Евангельский путь так, как Андроник и Юния, Акила и Прескила. Вот и идите, и проповедуйте. Будет прибыль. Патриарх к этому призывает сегодня. Я могу вам сказать, что все-таки монашеский путь благословенный, но кто может вместить? Да. Кто может сместить, тот может, потому что скопцы бывают разные. Да, кто-то скопил себя как ориген, да, как говорится, услышав это слово, так скажем, неправильно себя, так скажем. Да, вот если сказали, смотрите, смотрите, кто вместит, там говорится речь о семейной жизни, а не за стенами спрятаться. Зачем вы применяете туда-то? За это отвечать придется.
если ты можешь один, живи один. Если кто вместить, там написано по тексту-то, а не то, что вместить. Ну, я не могу вместить без табака, буду курить. Это можно куда угодно прилепить. Не годится. Я имею в виду, что вместить не то, что человек живет один, а именно в том, что путь внутренней жизни, да, он на самом деле, это путь очищения сердца. Потому что и сердце исходит помыслы, как говорится, злые. И человек, который находится один, он может быть и внешне не один, но он молится за весь мир. Он радист. Он наладил связь с небом. И, как говорится, если вот, знаете, вот радиста, как говорится, когда вот идет война, ему говорят, да брось ты свою рацию, иди возьми ружье и стреляй. А он, может быть, дозвонится и прилетит эскадрилья, и все, как говорится, вовремя произойдет. А вы желаете эти вопросы во свете Библии рассматривать? Я еще вам толку время тращу-то. Я говорю, не евангельского, вот и нет евангельского, у них опыт. Опыт хороший, молодцы они, но не евангельский, да, должны добавить. Это Бог не устанавливал, это люди установили. Пошли другим не евангельским путем. Но Бог-то спрашивать будет по-своему. Что вы думаете? У кого, говорит, мекина, говори как мекина. Что общего зерна с мекином-то? Видел сон, говори как сон. Вы спросите у Пахомия. Когда являлся ему кто-то, он не знает. Он не знает, кто он, контактером стал. Теперь дальше сказал учителю, приходит учитель. Живет рядом, день, два, три недели, сколько не сидит. Не является этот, кто ему говорит, устав какой, какую камелавку шить. Ангел этим занимается. Да ты посчитай книги Библии, 77 книг. Сновидение, икона пошла, и евангельские это видение. Это почему сегодня не встречаются? Говорит, вы разумляемы будете, не оглупляемы сновидениями. Явился человек и сказал, приди к нам и помоги нам, македонянин. Вы этот крик македонский расслышите, дайте свет, дайте свет. Почему видения Павла-то были другого содержания-то? Мы еще не видим ничего. А вот явился где-то, сатана все покажет. И Христа, и что? Единственное, что не может показать, крест. Вот единственное, что... Почему? У него, говорит, материала нету, потому что он на любви построен. Все абсолютно сегодня исказили. Все. До последней точки. Скажи одно, патриарх, когда сейчас... Я его признаю, патриарх. Но почему он не пошел на то, чтобы жребий бросить-то? Потому что там Путин, друг. Три кандидатуры. А какие условия кандидатуры? Высшее образование. Значит, ни один апостол уже не попадает туда, кроме Павла. Дальше. Не меньше 25 лет канцелярской работы. Да что это за условия? Условия должны быть одни. Из тех, которые изведаны в Духе Святом. Которые Слово Божие знают. Где? Как избирали на то, чтобы обед раздавать. 6 глава Деяния апостолов. А теперь трое, как патриарха Тихона избирали, бросили жребий, привезли этого Алексея Слепого, он там залез, достал. Кто Тихон? А у Тихона-то было из трех кандидатов меньше всего голосов. Больше-то у Антония было взято Храповицкого. Но избрали Тихона. Сегодня-то почему на это не идут-то? Кого обманывать хотят? Потому что хотим поцарствовать, а другого обвиняем. Ну, народ-то понимает это все. И поэтому не может у нас быть духовного наследия, потому что мы все строим по-своему самости. Почему Господь... Вот я спрашиваю, скажите, вы верите, что Серафим святой? Ну да. Ну открывайте третий том книги священнослужителя. Третий том. Выпущенный патриархией. Это самый капитальный труд. 601 страница. Сверху считаем. А многогрешный Серафим 3 дня и 3 ночи вопиял к Богу о русских священниках. Конкретная целенаправленная молитва о священстве. И Бог заговорил. Вот это не написано как. Тутовые деревья зашумели и как. Написано двоеточие, прямая речь. Не пощажу и не помилую. Вот всем монастырям уже приговор, решка. И дальше. Ответ. Вымыслами человеческими заменили Слово Божие. И это напечатано сегодня по благословению патриарха Пимена. Причина-то уже не надо искать ее. Иоанн Златоуст говорит, большая часть священников погибает. Это значит архиереев. Ну возьмите, вот сидят они на совещаниях. Ну давайте, теоретически вы допускаете, что один из вас погибнет? Как, да батюшка? Никто вы совсем. Златоуст не боялся это сказать. Одна командировка, 400 священников лишаются сана. Почитайте Василия Великого. Почему Иеронима Стридонского, когда он написал о нравственности священства, покинули все друзья? А язычники переписывали его трактат. Его все упрекали. Что ты сделаешь? Ты мать церковь раздеваешь. Мать церковь. Это не церковь и не мать, которая живет во грехе. Это прилепились к церкви. Иеронима сегодня все знают. А кто это ворчал? Ничего нет. И кто пишет это? Да не кто, а Иларион Алфеев, митрополит. В новых переводах. Он очень грамотный. Да, да. Это все опубликовано уже. Я задаю вопрос. Скажите, Феофан Затворник, вы признаете его? Да, да.
Ну вот пишет Василий Брюссельский, архиепископ, и пишет о Феофане Затворнике. Он знает греческий язык. И он не решился перевести Симеона Нового Богослова. Почему? Не решился. Потому что люди увидели, что они совершенно неверующие. Это были человеки, говорит, на небе или ангел на земле. Почему это прячут умышленно? Умышленно при том прячут. Нам принизили планку до грязи, до лужи. Ну, через нее и прыгать не надо. Планка слишком высоко взята. Будьте святы, как я свят. Да, взято высоко. На меньше не надо. И бегите на ресталище, не сидите там, а бегите, чтобы получить. Один получает награду. Смотрите, чтобы кто не восхитил венец. А остальное, то, что накрутили, это все человеческое. На суде Божьем я не буду искать никого. Слово Божие предстанет в открытом виде. И вот там мы тогда посмотрим, где кто будет. Если я знал Слово Божие, старался перед Богом, ищите, говорит, славу от единого Бога. Вопрос проще решается тогда. Тогда Бог найдет и друзей таких. А это забиться, я знаю, вы съездили туда, это уже закваска вас сидит, монашеская. Вам будет очень трудно от этого избавиться. Ни о какой миссии не рассуждайте даже, это не будет ничего, потому что это антимонашеская. Вы знаете, странная вещь. Я, то есть, приедя, так скажем, в монастырь, да, узнал, что Господь Духом Святым есть Христос и Сын Божий, и вообще как бы обратился и к православию от жесточайшей жизни, вообще полюбил и Христа, и Церковь, и начал изучать через это все. А вы мне говорите такую вещь, что такая вот закваска во мне странная. Это закваска, которая помогла мне прийти к Богу и уверовать в Него, уверовать в Слово Божие, в Евангелие, что все это истина, без каких-либо внешних доказательств и слов, а именно благодатью Духа Святого. И свидетели мне Господь, что я не вру. А вы знаете, кто основатель монашества теоретически был? Первый монахи не считается Матерью Божией, так сказать. Это выдумка. Первый, который посягнул на это, Петр, апостол, говорит, сделаем три кущи. И Господь, что это? Внизу бесноватый ждет, пойдете туда. Он говорил, не знаю, что говорил, и все. А дальше было Богом установлено монастырское заключение на 10 дней. От Вознесения до сошествия Духа Святого. И как орлы разлетелись. Матерь Божия, о Матери Божией мы вообще ничего не знаем. У нее, может быть, 99% выдуманное. Евангелие... Уже в 11 веке все придумали. Игнат Тихонович, на самом деле Евангелие от Иоанна, оно очень богородичное. Потому что, во-первых, он жил вместе с Матерью Божией. Так и что, повторите еще раз. Евангелие от Иоанна. Ну, я-то и понял, дальше. Да, это оно очень богородичное. И там, на самом деле, в какой-то степени раскрываются некоторые те внутренние тайны, которых мы не знаем. Говорите, вот, какие конкретно, чтобы я знал, а то я не знаю этого. Да, например, Иоанн, он же, то есть, был мало того, что он был любимым учеником Господа Иисуса Христа, и Господь вручил ему свою Матерь Божию, и они жили вместе, естественно, общались, и, естественно, я уверен, что она ему множество рассказывала тех тайн, которые слагала в сердце своем. Но почему потому... нигде нет этого, нигде-то, почему не оставил-то Иоанн? А ни потому одной строчки что... не оставил. Объясню, почему. Почему? Знаете, Игнатий Тихонович, прежде чем, то есть человек, который услышал Слово Божие, может услышать и молчание его. И в благодати Духа Святого раскрывается именно молчание Божие. Если вы человек, который, как говорится, объясню ситуацию. Не было священного Слова Божия, не было Евангелия, не было посланий. 30 лет там не было. Чем они жили? Послания были, это последнее написанное только, последнее Евангелие. Записи, были послания. Так, да? Подождите, что-то у вас там захлопало там, ну-ка посмотрите. Сейчас нормально? Вы что-то там задели, затрясло все это. Так, на эту тему уже убеждать не буду, я вам сказал, дальше какие вопросы. На эту тему больше не возвращаемся, потому что спорить не надо, я вам сказал, и больше вопрос. Бог будет судить по слову своему, все. Так. Согласен. Все. Так что-то плохо стало слышно вас. Голоса не слышно. А вот так у меня слышится? Вот так получше будет. Да, я согласен, что нужно прекратить эту тему. В общем-то, я понял, и у вас на сайте, на форуме там все это написано. И, в общем-то, да. Ну, наверное, надо заканчивать. Вы устали, наверное. Нет, я не устал. Дело в том, что я не спорю, я вам возвестил. Возвестил, а дальше уже вы скажете, я это слышал, а не слышал до сегодняшнего дня. Я вам говорю, что это евангельский путь и не евангельский. Вот только определение. Есть вера живая, есть мертвая, есть вера бесовская. Всего-то три.
определяй, куда относится. Живая — это значит живой источник воды. Дай мне воду живую, которая ключом бьет. Много ли надо было сказать самарянке-то? Но себе с город Сихарь пошел. А вот о Божьей Матери мы молчание будем узнавать. Да что это за слова такие? Да Бога не боятся. Да любой может что говорить. Нас двое уже по-разному. Я встречал такие вот сон Богородицы, псалтырь Богородицы. Да большего богохульства нельзя даже придумать. Ну, конечно, это понятно. Но я просто вернулся к тому вопросу о том, что, опять же, как святые люди, да, пишут, например, как Силуан Афонский пишет, он говорит, что Дух Святой такой же на небе и такой же на земле, и такой же в Священном Писании. И поэтому человек только Духом Святым может разумевать Священное Писание. Не вопреки. Конечно, не вопреки. И понятное дело то, что так как многие из нас, почему, например, руководствуются именно там святыми отцами, да, потому что они были источниками, ну, то есть, вот, которые стяжали Дух Святой, как Серафим Саровский, да, говорит. Серафим Саровский, между прочим, несмотря на то, что, будучи, так скажем, монахом и отшельником, прочитывал Священное Слово Божие за неделю, да, то есть Евангелие он прочитывал и послание, и говорил своим, ну, там, осталось его прекрасные слова о том, что ум наш должен плавать в Священном Слове Божьем. Как бы плавать, ну, то есть, чтобы знать. И так, вопрос в чем? Вы что-то учите меня, я не пойму никак. Я это читал и знал. Юноша, вам нужно учиться еще. Учиться сейчас 50. Конечно. 50, тогда мы будем, говорится, разговаривать. А вы получаете и получаете. Мы сошлись для чего? Чтобы узнать, чем я могу вам помочь. От вас никакая помощь, когда вы молод, вам, ну, просто это неприлично даже. Вы все получаете и получаете. У меня был такой архимандрит, я его магнитофоном назвал. Там Каган какой-то, Кагал, да мало ли их там наберется. Вы по-евангельски начните жить, вы прашиваете у Бога евангельский путь. И вы увидите, как эта тьма у вас будет развеиваться. Идите решительно, вот это качество решительности нету. А уже мозги запудрить легче всего молодому человеку. Пообещают, послушание полном. Дурью маются, главное. Считаешь, когда житья, это вообще не придумаешь. Сухую хворостину посадил, и поливая ее теперь, 5 лет пробегал, подошел, ну, не выросло, все, иди. Да за 5 лет ты бы обошел Палестину какую? Сколько людей могло обратиться? Игра страшная, неповторимая, невозвратная. Потому не состоявшись в жизни, как христианин, они начинают глумиться над теми, кто в их покровительство попадает. Вот посмотрите, сейчас выставили греки, там нового канонизируют, как они косточки обмывают, 3 или 4 ванны, и они моют, там целуют, не поймешь, говорят, то ли откусывают, и там рядом косточки, все это. Ой-ой-ой. Это что? Это откуда взялось? Где они это видели? Мученики, написано, мощи мучеников, 7-й Вселенский собор, должны быть храмы на них основаны. Больше ничего нету. Чего ради выкапывать? Там написано хоронить, и то оставь мертвецам, хоронить мертвецов. А не выкапывать, промывают там вино, раскладывают по косточкам, кому достанется, несут. Да разве верующий может этим заниматься-то? Даже говорить и то боязно. Это принадлежит Богу. Кладбище — это Божий полигон, где будет суд Божий. Никто не имеет права к нему прикасаться. Никто. И когда считаем в Ветхом Завете, только за великие грехи, говорит, будешь выброшен на солнце, а свинным погребением погребен. Вообще не знает Писания. Я когда считаю некоторые места, разговариваю с архиереем, он как будто в руках Библию не держал. Как так можно? Тебе Дух Святой почему не подсказывает, что мы сбились с пути? Каждый на свою дорогу, Писание говорит. Если они говорят не так, как Слово Мое, 8:20 Исаия, нет в них света, там тьма непрорубная. Но еще с ними разговаривать-то. Ему возвестил один раз, иди трудись. А то наша каноническая территория, окормлять. Да ты посмотри слова Рёжигова. Окормлять — это отравлять. Отравлять, перекармливать. Нигде этого нет слова Божьего-то. Воцерковлять, более поганых слов даже нельзя придумать. Нет этого, есть рождение свыше. Есть или нет. А то научиться, через какое плечо свечку подавать. Это Дмитрий Смирнов все это говорит об этом. Да и Осипов много хорошего сказал. Ну, один раз надо вздрогнуть, как Солженицын, он говорит, проскрести себя по хребту-то, кто мы такие-то? Мы стали посмешищем для всего мира. И когда начинаешь что-то говорить по Евангелию, а ты баптист, больше ничего нет, ты еретик. У старообрядцев у них, ты еретик, переходи к нам, все, проповедь закончилась. А вот, кстати, по поводу, ну, я так понимаю, что именно в тени, ну, Евангелия, у вас есть какая-то система определенная, допустим, вы читаете там главу, допустим, Евангелия
Каждый день по порядку считаем. Ветхий просто... Новый Завет утром. А целый день я занимаюсь, людям отвечаю по Слову Божию. По Слову Божию. Сейчас легко. Поисковик есть. У вас есть такой поисковик? Библейский поисковик в интернете? По одному слову я могу узнать, сколько слов где встречаются. Да. А я кто пользуюсь... его составил поисковик, знаете? Я Библия Диспот пользуюсь. Кто такой... составил этот поисковик для Библии? А почему вы не поинтересовались? Честно говоря, знаете, а никогда... Я отвечу. Я вам потом отвечу. Когда я узнал этот поисковик, я им работаю, он облегчает мне жизнь. Но я-то не специалист. Я обращаюсь к нашим братьям, общинникам, которые работают программистами. И на последнем месте. Я говорю, найдите мне его. Они долго искали, наконец нашли. Если с этим человеком, я вхожу в общение. Я посылаю ему книги, которые у меня вышли. Я не знаю, как он говорит. Это вьетнамец Тимофей Ха. Две буквы Х и А. Он закончил МГУ и прочее. Его биография какая? Но он протестант. Почему? Да кого не возьми, все протестанты. Заслуженный артист СССР Богачев Юрий. Пьяница. Двое сыновей, дочь и сын являются чемпионами олимпийскими. Семейка-то какая-то. Он обращается опять к протестантам. Уже Виктор, который там Клименко, вообще из казацкого рода, сроду казаки не были иными, как православными. Баптист. И они поют. Они собирают тысячную аудиторию. Вот этот, который без рук-то без ног, Вучич. Ник, да. Тоже не православный. Почему? Православные все проспали. Самые знаменитые проповедники – это не православные. Православные еще там мурыжатся на третьем, на четвертом веке. Они не понимают ни жизни, ничего. Надо вот слова патриарха Кирилла как раз и взять за основу, что переформатировать сознание надо. Переформатировать. Вот это слова его просто в цель. Не знают ничего. Почему? Не работали. Не работали. А работали бы, было по-другому. Вот у меня, вы видите, я где проповедую, в грузинском храме приезжаю, в Тбилиси-то. Он еврей, привезли его ко мне, там, показать, какой еврей-то. 1.5-2 часа у меня побыл в доме, выходит уже православный, стал батюшкой. Я говорю, пусть, я-то не священник, пусть через каждого придет один еврей, с ними надо бороться, и станет батюшкой полным любви. Мои сейчас вот беседы по скайпу с отцом Наумом Израилевичем. Что тут доказывать-то? Бесплодие. А так вот, дымное надмение мира, как говорил этот Илларион Троицкий. Дымное надмение мира. Перехватили все от мирских. Но маленько-то надо думать, что это последний день, я живу, с чем я предстану перед Богом. У баптистов есть такой один куплет, поет, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести. У православных-то вообще этого нету. Вообще этого они даже не знают, что такое. Кого обратить? Сыном гиены сделать, обходя море и сушу. Чему научат? Я даже знаю, каких миссионеров. Ну, просто хочется. Я, допустим, отца Олега знаю. Он был здесь, приезжал. Я его в больнице в Москве посещал. Я его очень хорошо знаю. Почему ему не подражают в том, что он делает сейчас с Библией в руках? Нет, ну почему не подражают? На самом деле для меня отец Олег, можно сказать, стал тем проводником и тем ключом, как бы вот, вначале отец Даниил. Вы сейчас услышали? Вот только не спорьте, я сказал, не подражают. И вы пока услышали, дальше уже не надо. Я сказал, я не согласен. И все. А потом, когда вы увидите, он везде и в Индию проник. Отец Олег, да с такой утробой-то сидел бы из дома не вылез-то. И он, несмотря ни на что, идет и проповедует. И Библию не закрывает, и с харизматами со всеми. Он знает Священное Писание и любит. Да. Так никто не проповедует, никто. Самые мною даже близкие, я уж кого знаю, который-то Андрей Кураев, он ко мне сюда приезжал, вот я сижу, книги брал. Андрей Кураев. Вот. Ну, у того другой путь. Но отцу Олегу сегодня просто нет никого в патриархии равных. Мы как-то едем с архиереем, с Антонием Масендищем. Он у меня три, которые храмы будут отстроены. Вот любой храм я вас поставлю. Только вот у меня миссионера ни одного нет, и то другое. Это... У меня другой путь. Меня ловили, задерживали эти архиереи, не выпустим, пока не рукоположим. Мог давно быть епископом. Я обедаю, тут митрополиты, епископы сидят. Я начинаю, так это не мой путь, не мой. Я на молитве проверяю это. Митрополита... Вот, кстати, вот хороший вопрос. А как вы на молитве проверяете? Я считаю, если человек не проверяет человека, он напрасно проводит время. Я должен получить от живого Бога, в живой молитве живой ответ.
Вот это очень важный вопрос. Не могли бы вы подробнее об этом? Это подробно нет. Вам надо быть рядом. Это нельзя. Это, этому не учатся. В этом жить надо. Вот, допустим, человек говорит, и меня такое обличает, говорит, а я вижу, что ничего этого нету. Я сразу Бога спрашиваю, на молитве помолился, и в конце мы поднимаем руки, и миряне все поднимаем руки, без гнева и сомнения. Господи, а почему он говорит это? Ответа нет, я продлеваю ночью, мы начинаем молитву, утром уже ответ. Господь отвечает, все, что он говорит, это его. Я сразу, и ложится мысль у меня, это Достоевская. Хочешь сильнее уязвить, упрекай собственными грехами. Я тогда спрашиваю, Господи, а почему это с ним такое случилось? Вот такая ярость. Ответ почти сразу пришел, за то, что недостойно причащался. Я тут же сажусь на велосипед, поехал к нему и говорю, у тебя вот какая ситуация. У тебя демон вошел вот в это время. И ты что сейчас делаешь, ты, он собой не руководит совершенно. И все обнаружил, начинают родственники говорить и подтверждают, да, все так. А я ничего не знаю, я просто здесь узнал. Вот просит человек, у меня столько заказов на молитву каждый день. Я никому ничего не обещаю, да, я помолюсь. Я не обязательно помолюсь. А какой ответ будет? Бог покажет какой. Но будет только тот, который ему будет. Но договорились, одновременно становимся на молитву, я и ты. Если ты не молишься, я тебе не помогу. Вместе. Главное, чтобы ты ни на кого ничего не имел. Примирись. Прежде положи жертву, иди примирись. Дальше настрой себя на то, пост, молитва и милостыня, чтобы у тебя все время были на первом месте. Молитву очистить надо самого себя. Я должен получить ответ. Разговаривать с вами или не разговаривать. Вы вчера ушли, а мы еще побеседовали. Как раз только назвал место, и что у него может быть там? Какой ответ? А что у него случилось? Может быть, из-за того, что есть кто-то там, который меня знает, и он побоялся, чтобы узнали о нашем разговоре, чтобы его не оттолкнули. Да нет, вряд ли. Я думаю, не это. А что? И дальше мы рассуждаем. Рассуждаем и приходим к одному мнению. Вот. А голос слышите ни разу и нигде не слышал. Нигде. Я рассказываю об одном такой уникальный случай. Одна из Италии переехать хотела и спрашивать, ехать или не ехать. Была молодая, родились дети, неверующие, теперь это охота в России, но там квартира, все. Ну что делать-то? Помолитесь, я слышала, что вам Бог отвечает. Ну что, какой оракул, пророк? Я помолюсь. Ну, я не знаю. Вот она, неделя проходит, Бог ответил, я нет, не ответил. Мне месяц я каждый день ногу надоедаю. Ответа нет. Только ответил нет, и сразу ответ. Я сразу ей звоню и, ну, по интернету. Я говорю, ответ пришел. Да вы что? Я говорю, вот такой. Ну и какой? Как ответ? На молитве у меня высвечивается место Писания. Я его знаю, Библию. Mm-hmm. Вот. Я ей говорю, вот место Писания, и ты его возьми, крупно отпечатай, и пойди к батюшке, который тебя исповедует. Помолитесь с ним вместе. И ты доверься Богу, что через батюшку Господь тебе ответит конкретно. Но чтобы он объяснил вот этот стих. Вот это Бог тебе отвечает, а рассудить как, пускай он ответит через твоего пастора. Ты ему доверяешь, доверяешь, ну все, Бог тебе ответил. Вот то, что в стихе в этом. Но понимать ты будешь так, как скажет батюшка. Толковать не надо. Очень можно вопрос, уточнение? А, на молитве приходит, ну то есть как бы вы молитесь, вопрошаете ситуацию, и ответ приходит как бы, ну, то есть на ум, да, на сердце, именно из Священного Писания. На сердце и Писание. Из Писания обычно. Я молюсь, я чувствую, что у меня ответа нет. У меня все хорошо, легко, а ответа нет. Просто ответа нет. Вот. Просто нет ответа, и потом я не в одном месте молюсь, а я слишком много путешествовал. За 7 месяцев мы 117 тысяч километров, и почти 450 городов и сел, там десятки государств. И везде мы молились. Не менее 7 раз в день. У меня эпиграфом взято 118-й псалом, запиши, 164-й стих. Вот это, тогда через это Господь отвечает. И что, да это редко бывает, что мне необходимо знать. Я вообще все это понятно, Господь ложит, ждет. Но бывает внезапно меняется ситуация. Ситуация. И что нужно делать? Я думаю, вот так можно, а может быть вот так. И тогда начинаем молиться. Я объясняю друзьям, позвонил кому-то, я себе не доверяю. И путь какой? Господь говорит, исцеленным иди покажи священнику. Священникам. Притом я отправляю только в храм Московской Патриархии. То меня ни один не может обвинить, а ни в чем. И они свою злобу ничем не подтвердят. Я отвечаю ему Писание, направляю в храм Московской Патриархии к батюшке, у которого она исповедуется. Что здесь противозаконного я сказал? Объясните. Да ничего, я просто, я же не, вот даже не, я же не противоречу в этом вопросе. Ну я, это я как бы не к вам, а к людям вопросы задаю.
Да. Очень интересный вопрос по поводу ответа. А как вы думаете, вот в Евангелии от Иоанна, в беседе с Никодимом, Господь говорит, что голос его слышишь и не знаешь, откуда приходит и куда он уходит. Это о ветре говорится, ветер. Ветер жужжит, ветер дует, и ты не знаешь, откуда он налетел и куда он уходит. Ветер. Но перевели как дух. Я поясняю, дух. И когда 103-й псалом считаем, написано, ангелами творишь духов. Непонятно. А в Откровении понятно. Четыре ветра, которые ангелы держат. Духи, ветры. В немецком языке стоит винт. Red wind. Это ветер. Ветер. Это не дух. Это не святой дух никакой. Ветер. Не, понятно. То есть дух дышит где хочет, ты голос его слышишь и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Жужжание, как... жужжание ветра, свист ветра, ты слышишь? Но ты не знаешь, откуда он прилетел. А может быть вокруг дома с обратной стороны, как паруса, в одну бьет, другой отражает. Понятно. То есть это как бы не голос Бога. Ничего тут духовного нет. Это пример. Например, ты не знаешь, и ты не знаешь, откуда к тебе придет рождение свыше. Ты не знаешь. Вдруг Бог коснулся, я встал с молитвы, у меня было это... 27 сентября 62 года, я встал, я сам на себя смотрю, я как бы двух людей мысленно вижу, это другой человек. Я совершенно всю жизнь свою увидел, как день смерти. Это не я, это который сейчас встал с молитвой, это не тот, который тот мертвец был, я совершенно другой. Я сразу же в этот вечер начал на корабле говорить о Боге, сразу. А я учусь в высшем мореходном училище, у меня прекрасные характеристики. Все изменится в течение одного дня. Все. Я хотел бы я удерживать, говорит Иеремия, но внутри меня был как бы разлитый огонь. Он прорывается. Тебе выгоднее молчать. Скажут, ну сказать-то сказали, а я не могу удержаться. И ты сказал, да, я сказал, я писал и Горбачеву, в ООН, и везде. Меня трепали, били, это бесполезно. Это у Лескова есть такое. Очарованный старик. И говорит, молчи, там его. Он говорит, а дух говорит, ополчайся. Спасибо большое. Я просто прошу прощения, я немножко... Да, ну ничего, это бывает, бывает. И я очень рад нашей беседе. Надеюсь, я вас не смутил. Прошу прощения, если... Да нет, ничего. Просто вы имеете в виду, что у меня времени на другое нет. Я только отвечаю на вопросы. Да. Вопросы, которые именно... Если Бог даст... Вот сидит рядом с вами сейчас патриарх рядом. Для меня разницы никакой нету. Патриарх, президент, я говорю, смотря выше голов. Я призван сказать правду. А в результате, что тебя посадят, дурдом поместят, меня это не касается. Мне Бог не дал заповеди. Он говорит, не малодушествуй, чтобы я не поразил тебя. Не малодушествуй. Я посылаю тебя, и ты скажи. Слово мое живо и действенно. Я его возвестил. Возвестил ни от кого не утаивая, никому. Я говорю, вот я освобождаюсь из лагеря, офицер сопровождает меня, капитан, а я подошел к начальнику тюрьмы, проведите туда. Я не уеду домой, пока не расскажу вам. Я сейчас пишу в ЦК партии, это было еще в советское время, и везде, о всем беззаконии, о котором я узнал. Меня могут до дома не довести. Со мной этот офицер, что угодно может сделать. Я это делаю. Я пишу и все. А лагерь, представьте, лагерь расформирован. Сколько жизней спасено было. Это перед Богом. Я должен пройти... Здесь, на земле, смотря на моего Иисуса, взирайте на начальника и совершителя веры, который претерпел казнь на Голгофе. Нам дано не только веровать, Павел говорит, но и страдать за него. За него, не за себя, не за выдумки монашеские или какие-то. Я верю Христу. И все время во свете Библии сравниваю. Все жития, 1173, 12 томах, я все их проверил по Библии и сделал каталог, составил симфонию. Я не просто считаю Златоуста 12 томов, а я его насчитал, а потом составляю симфонию на каждый размер кассетом, который на 8, на 375 метров, там, на разные-разные размеры. Все по-новому приходилось прослушивать. И дать ответ согласно Слову Божию. Когда смотрят назад, кажется, это невыносимо. Вот я думал, что кто-то составит каталог, просили на мои книги, 30 томов по 752 страницы. Я говорю, я умру, кто-то сделает. Не умер. Пришлось заново все перемолотить. И вот на сайте там 55 папок, там православие, католицизм. Это из всех томов, там номер, из какого тома, ткни и сразу ответ. Это я сам все сделал. Я когда оборачиваюсь назад, я не могу поверить, что это сделано. Это невозможно. Вот 26-й том, ни один писатель-поэт не может. А вы сами сделали. Ну как сделали? Без Евгения Евтушенко я бы не сделал. Это 20 тысяч файлов. Я отвечаю студентам сразу.
вопрос задают жизненный. Я отвечаю из шести поэтов России, которые жили в течение 300 лет, от Сумарокова Ломоносова. На каждый вопрос шесть поэтов, и к ним, к стихам эпиграфы из Библии. Шесть поэтов и шесть эпиграфов. Ну, понятно, что это невозможно. А как? Понятия не имею. Говорю, у меня написано рукой моей, по 9 куплетов, 3467 стихотворений. И все черновики целые, ни одной помарки нету. Просто начистую все писали. Это не может, это любой вам скажет. Как это может? Понятия не имею. Я их своими не считаю даже. Просто рука шевелилась и все. Да, я люблю Господа, люблю Слово Божие. И хочу, чтобы все люди любили и получили жизнь вечную. И встреча наша именно этому должна послужить. Согласен с вами очень. Я тоже люблю Господа и утешаюсь как бы верой, да, то есть, как апостол говорит, чтобы утешиться нам верой в общении друг с другом. Я прошу вас помолиться мне, о семье моей, у меня супруга Катерина и сын Платон. Игорь, Катерина и сын Платон. Вам сколько лет? Мне 28. 28? Да. У вас там, может быть, входы какие-то есть кому-то выше? У меня входа сейчас никакого нет. По телефону я разговаривал с Осиповым, материалы посылал, он все одобрил, какие посылал, очень высоко оценил. Но мне не нравится, что он бритый в галстуке. Абсолютно не переношу. Это нельзя, это никак. Есть некоторые вопросы. Он действительно очень рассудительный человек, но я вот с отцом Олегом Стеняевым советовался по этому вопросу. Вот я с ним не согласен именно в том, что когда произойдет воскресенье, вернется воля человеку, и он сможет выбрать, куда ему пойти. Нам только дана эта жизнь на выбор. Мы и вчера мне дали на отца Олега, а там не запускают, я вам скинул. Догорается красный свет и... Попробуйте еще раз, потому что там все-таки форум... Я пробовал три раза, уже опасаюсь просто. А, даже не знаю, что. Может быть, это с антивирусом как-то связано. У меня очень сильные антивирусники поставленные. Вот. Если вы с ним встретитесь, передайте от него поклон. Ну, если хорошо. Как-то будете разговаривать, скажите, что я его ставлю в сегодняшние дни на первом месте среди всех, кто миссионерствует. Вот последний раз, когда мы виделись с ним однажды, я был в этом году, в феврале, я ему рассказал о вашем трехтомнике «Перфилакта болгарского», он сказал, что еще не видел его, но почитает, посмотрит. Я могу выслать, если он даст адрес, я ему подарю. Хорошо. Мы с ним в поезде ехали, беседовали сколько. Я знаю, что у него были неположительные отзывы обо мне, а на меня это никак не действует, никак. Я по-прежнему каждый день за него молюсь. Да мало еще человек скажет, говорит, по пьянке-то. Трезвый-то. Он, помните, как он ездил в Чечню-то? Его посчитали, что он поддельный-то, а его посмотрели, говорит, пьяный поп, рожа красная, говорит, настоящий поп. Отпустите его. Вот, у него юмор есть. У миссионера должен быть юмор. Но не хохотать, а просто кротко улыбнуться. А, если кстати, миссионер, как старовер, вот так вот зажатый, результат может быть другой совсем. Угу. Надо открыто смотреть. Да, Игнатий Тихонович, я не знаю, у меня был доклад тут по ранним пророкам. Его записали. Так, остаемся? Да. Все. Спасибо. Пожелания. Слава Христу. Значит, если у вас будут вопросы, заранее их запишите на бумаге и такие вопросы зададите. Примерно через 2 недели можно будет зайти. Вот в это время, как с 3 Москвы до 17 по московскому. С 3. Спасибо. Все, отошел.